Привет, дорогие друзья! Вы на канале Crypto Baby. Сегодня я вас познакомлю с очень интересным проектом. Мне даже самой понравился. Я думаю, вы тоже оцените. Проект у нас называется Blockbuster Coin. Много всего интересного вас ожидает с этим проектом. Но для начала давайте познакомимся. Непосредственно для ценителей фильмов и мультфильмов. Значит, предпродажа была у данного проекта сделана всего за 2 минуты, токены раскупили, сумасшедшее общительное сообщество, полностью безопасный проект, так что присоединяйтесь. Не забывайте, что данный проект есть в социальных сетях, таких как Twitter, Telegram. Я думаю, вам будет интересно перейти, переходите, не стесняйтесь и обязательно общайтесь и знакомьтесь с проектом, так сказать. Значит, эта утилита основана на неиспользованном потенциальном рынке фильмов и мультимедийного контента по всему миру, чтобы обеспечить бесперебойные транзакции с зашифрованной безопасностью через блокчейн. Это изменит, конечно, правила игры для защиты от любого вида мошенничества, что очень важно. Но это еще не все. Эта монета будет капитализировать транзакции с активами из фильмов и контента. А прибыль будет перераспределена между всеми существующими держателями. Значит, команда опытных разработчиков разработала базовый безопасный протокол NFT, который объединяется с распространенными формами мультимедиа, отслеживая право собственности и подлинность конкретного контента, что делает технологию защищенной от копирование и устанавливает, конечно же, оригинальность. Исключительный потенциал получения дохода, позволяющий наслаждаться всем лучшим в жизни за короткий период времени, так что получайте доход благодаря огромному сообществу создателей контента, фильмов и мультимедийного контента по всему миру. Так что покупайте, удерживайте токены BBBust за его стабильную транзакционную ценность без трения, так сказать. Платформа нацелена на получение прибыли создателями контента, которые вкладывают свой тяжелый труд в оживление развлечений. Значит, монету Blockbuster можно использовать в качестве обмена на билеты, приобретения права собственности или передачи исходного видеоконтента. Достаточно интересный проект. Можно окунуться, так сказать, в виртуальный мир фильмов, мультфильмов. Ну, очень интересно. Так что для просмотра нужно было брать попкорн, друзья. Дорожная карта. У нас запланировано здесь очень много всего интересного. Непосредственно все расписано по этапам и фазам. Это непосредственно разработка веб-сайтов, предпродажа на DXL, запуск приложений PancakeSwap версии V2, листинг на CoinGecko, CoinMarketCap, маркетинговая кампания. Далее у нас маркетинговые конкурсы на уровне сообщества, обширный маркетинговый аудит, кампания по партнерству и вторая фаза. Третий этап — это у нас приложение, листинги на CEX, увеличение числа влиятельных лиц, подписание контракта с создателями контента, контракт на распространение по всему миру, бесплатная раздача, что тоже очень заманивает, так сказать, все больше людей сюда, и сообщество, соответственно, будет, конечно же, расти. Далее у нас NFT, разработка аукционов и торговых площадок, разработка еще много всего крутого, баннеры рекламные, щиты в самолетах, флешмобы и компания по созданию бренда. Ну, достаточно интересный проект, ничего не могу сказать, а команда приготовила для вас просто невероятную, удивительную дорожную карту, друзья. Значит, у нас еще есть также токеномика. Blockbuster — это уникальная служебная монета, приносящая доход сообществу создателей контента, фильмов и мультимедиа по всему миру, которая безупречно растет, кстати. Значит, предварительная ставка — это у нас за 1 BNB получаете 400 миллиардов монет Blockbuster. И PancakeSwap 2, 1 BNB — это 340 миллиардов монет Blockbuster.
Значит, общее предложение – это у нас 100 триллионов токенов. На предварительную продажу было потрачено 40 триллионов токенов. Ликвидность на PancakeSwap – 35 триллионов токенов. Только 5 триллионов, 5% командных токенов. Сожжено уже 20 триллионов токенов. И также у нас будет еще много всего интересного. Значит, 10% это комиссия за транзакцию. 6% идет у нас на благотворительный кошелек для поощрения талантов и развивающихся странах. 2% перераспределяется между всеми держателями. Как всегда говорю, помните, чем больше вы держите, тем больше вы, естественно, получите. Также у нас 2% будет автоматически сжигаться от каждой транзакции, что, соответственно, будет порождать, так сказать, спрос, потому что предложение будет уменьшаться, а цена, соответственно, будет расти. На Пукоине есть график этого крутого токена. Значит, несмотря даже на последние события с криптовалютой, токен все-таки потихонечку продолжает расти. Немножечко обваливался, но это не повод грустить, это повод самое время его приобретать. Иначе потом вы сможете его приобрести в втридорога. Значит, рыночная капитализация у нас есть, общее предложение токенов, все есть. На BCScan есть контракт адреса токенов, общее предложение и держателей уже свыше 1000. Приобрести на PancakeSwap версия V2. Так, и за 1 BNB вы у нас получаете вот такое вот количество токенов Blockbuster. Также не забывайте подписываться на социальные сети. Это непосредственно Twitter, есть еще Telegram. Здесь вы найдете полезную информацию, какие-то новости, и если будут какие-то конкурсы, аирдропы, все будет здесь. Так что в ваших интересах ничего не пропустить. Я желаю вам отличного настроения, конечно же, удачи с новым проектом Blockbuster. А мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии, будете ли вы приобретать токены Blockbuster и чем понравился вам проект. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!